с момента последних стычек на границе, где армяне устраивали масштабные провокации против подразделений вооруженных сил Азербайджана, несших боевое дежурство. Внутриполитическая ситуация в форпосте продолжает обостряться. Как передает армия АС, обвинявшие Пашиняна в предательстве оппозиционеры во главе с бывшими террористами горят желанием взять реванш у Азербайджана и, используя поражение, сместить нынешнюю власть. Но, по всей видимости, все эти попытки не увенчаются успехом, так как истощенному армянскому обществу просто не до этого. Суровая и холодная зима прибавила много социальных проблем, решение которых для среднестатистического армянина на данный момент является куда более важной задачей и проблемой, нежели думы о политике и стремление рвать на себе рубаху из-за Карабаха. Но бывшие террористы Кочерян Сарксян, обещавшие армянам золотые горы, не намерены упустить свой последний шанс хотя бы чуточку пошатнуть устои действующей власти и заработать себе немного очков, вынуждая Пашиняна дать гарантию безопасности их бизнесу. Ничего больше и ни на что большее они не смогут претендовать. Так мутить воду и попытаться ловить в ней рыбу – это единственное, на что способна армянская оппозиция. За годы своего правления Пашиняну удалось внедрить свои кадры во многие структуры, которые десятилетиями считались агентурой Москвы. Кадровые зачистки больше всего коснулись силовых структур, СНБ, Минобороны, Минюст, Генпрокуратуры и другие. С назначения Мирзояна главой МИД продолжаются тотальные зачистки в рядах армянского дипкорпуса. Ощутив опасность потерять свою потенциальную агентуру впоследствии данных событий в Армении, зарубежные центры силы, каждый по-своему, пытаются препятствовать ходу пашиняновских реформ. Активизация карабахских сепаратистов, присоединение к ним даже либералов, активно сотрудничающих с западными институтами, тому подтверждение. Москва известными всем способами продолжает держать Армению в узде, а различные страны Запада до сих пор не пришли к консенсусу насчет будущего Армении. Англичане и американцы тщательно оберегают президента Саркисяна, а Франция упорно поддерживает премьера Пашиняна. Москва временами выражает армянской власти свое возмущение, когда кадровые зачистки все сильнее задевают ее интересы и касаются ее ставленников, но спокойно продолжает разруливать ситуацию, используя хаос в стране. Таким образом, Россия не считает нынешнюю армянскую власть способной нанести значительный урон ее интересам, так как это несостоявшееся государство, как сумасшедший, многочисленными военно-политическими и экономическими кандалами приковано к русской койке. А над ним стоят суровые московские фельдшеры с огромной ампулой с успокаивающим в руках. По четкому инструктажу США и Британии, президент с урезанными полномочиями Армен Саркисян продолжает баловать русских красивыми сказками о вечной дружбе армянского и русского народов. Его последнее интервью российским СМИ тому подтверждение. В них он, в отличие от более прагматичных армянских политиков, в бедах своего народа вообще не обвинял Россию, а наоборот, назвал ее спасителем и подчеркнул важность развития отношений с Москвой. В свою очередь, ставленник Сороса и подопечный Макрона Пашинян тоже продолжает восхвалять Россию во время встречи с должностными лицами России, а во время дебатов в парламенте или беседы с журналистами обрушивает свой гнев на ОДКБ и на тех членов данной организации, которые сотрудничают с Азербайджаном. Интересная ситуация сложилась. В Армении полностью антироссийская власть, но без малейших возможностей на геополитические маневры. Значит, ситуация все еще остается патовой, и придется подождать результаты предстоящих переговоров Алиева и Пашиняна, которые 25 декабря текущего года должны состояться в военно-политической столице Запада, Брюсселе. Результаты данных переговоров могут стать решающим, так как в России есть опасения по поводу того, что европейцы могут сделать неприятный сюрприз Кремлю. Но, по крайней мере, придется дождаться результатов брюссельских переговоров, а потом уже сделать вытекающие их них выводы. А в Армении призывы к новой революции не утихают. Сегодня террористы Кочерян и Сарксян объявили всеобщие митинги, акции протеста против очередной капитуляции, которой может стать демаркация и делимитация госграницы,
а также подписание документа о создании и запуске Зангезурского коридора. Новую кампанию против власти террористы называли освободительным движением. Главные требования террористов и дашнаков от Пашиняна следующие. Предотвратить антиармянскую программу делимитации и демаркации, в том числе с требованием опубликовать представленные на подпись документы, не позволить предоставление коридора врагу. Потребовать, чтобы власти Армении полноценно вооружили передовую и защитили территориальную целостность Республики Армения. Главный лозунг протестующих «Зангезур теряем». Это тот самый Зангезур, который был передан в состав фальшивой армянской ССР после 1920 года. На картах, предоставленных Генштабом Вооруженных сил России, Зангезур, отделявшая Нахчеван от основной территории Азербайджана полоса, вплоть до 1926 года находился в составе советского Азербайджана. А чем недовольны армяне? Тем, что российская сторона рабочей группе предоставила эти карты и тем самым разрушила наглую ложь армян. Армяне считают, что Россия, как союзник Армении, просто должна и обязана была скрывать эти карты и дать им возможность настаивать на своем, нагло и цинично искажать историю всего региона. Кожей ощутив свое позорное поражение, армяне подключили к процессу Европу. Это уже не в рамках Минской группы ОБСЕ, а в рамках Восточного партнерства, ЕС со своими потенциальными партнерами, Азербайджаном и Арменией, обсуждает вопрос делимитации и демаркации границ двух стран. Армяне довольны тем, что переговоры пройдут в Брюсселе, и европейские кураторы армянской власти помогут Армении в продолжении ее захватнической политики. Посмотрим, какую карту предоставят европейцы, но уверенно можно сказать об одном, что и на французских, и на британских военных картах на Южном Кавказе нет территориальной единицы под названием Армения. Значит, очередной шок армяне переживут именно в Брюсселе. Хотя может быть и наоборот. Но мы тут говорим об исторической справедливости и документальных фактах, исказить которые невозможно.